Здорово, братва! Сегодня обзор громкого Авео на двух пятнахах. Результат 160. Ой, блядь, 160. 156 на 34 герцах, по-моему, если я не ошибаюсь. Пока Димасик еще не приехал, то решил вам снять немного панча с аватаров, как ни странно. Аватары МТУ и Горилла, самая дешевая, не помню, как модель называется. Но, в принципе, они практически идентичны. Единственное, что аватар играет пошире. Ну а Горилла просто играет не пошире. Так, открою лайфхак, как добиться панча даже с дешевых динамиков, но чуть позже с ним. Не, можно по этому, по блютусу. Че, обзорчик Авео? С двумя девбонсами, 415-ми. Плоский алюм. Че, Димон, рассказывай. Сколько продаешься? За 30-ка, я выставил. Не, давай все за 30-к. Сразу, если купите, все отдам за сотку. С тачкой? Нет. А, все сразу сотку? Бля, можно подумать. Кстати. Да, да что, поехали под капотом, посмотрим, что там есть, интересно. Бля, это моя-то как открывается. Бабочка есть такая волшебная. Да? А что такой звук? Усиленный доводчик. Усиленный? За 6 соток? За 4. 4 сотки. Че у нас, Авео, как она? Т какая-то, да, или как? Т-300. По питанию. Вижу Excite 75 и ВПС-то где, кстати? Многострадальный ВПС. ВПС 253. Ну и все, в принципе. Три протяги уходит. Три протяги, да. Подписано 70-ка. Два полтака. Одна 70-ка, короче. На заметку все подписано. ВПС 70. А 70, а это на этот, на аккумулятор. Нет, вообще. Это все уходит на дистрибьютор. На дистрибьютор? А почему 70? Потому что, блядь, первый кабель у меня 70-ка был. Кинул, он так и остался. Потом еще два полтишка добавилось. Что там, кстати, работает, как этот, как дизелек? Да, нормально это, он работает, прогрелся. Это лампочка на возбуждение генератора. Ну, классика. Классика жанра. Потому что проблемы с мозгами, да? А? Там, да, ну как бы через мозги генератор типа умный на этой машине. Там. Все дела. Здесь мы имеем пакеты. Не, это багажное отделение. Багажное отделение. Ну давай, что? Два шеститысячника. А ты не... Змеиная свадьба. Да не змеиная, нормально. Не, ну проводов у тебя, конечно, тут, блядь, пиздец. А, реле. Реле.
ура. Че? Реле ура? Да, да. Советская, да. На максимум 300, номинал 200, да? Это получается идет у тебя на литий? Развязка. Развязка. Развязка лития от ЭГМ. Ага. Когда включается усилитель, все включается и подрубается ЭГМ через в этот литий через реле. Оформление гроб. 2 шеститычника Урала. Продаю по 30к. Почему продаешь? Не понравились? Разборы. Не понравились. Нормальные усилители валят качественно. Урал супер. Урал супер, да? Да, вообще. Ну что, тут мост 6000-ников. Да. Потом идет 2 415-х Девбонса. Оформление гроб. Ну что, давай багажник, что там? Трубы у тебя. Что, у тебя не работает уже? Замка. Здесь у нас. Что у нас здесь выход идет сабов? Кастомная распорка. Самое интересное, что результат, блять, 156, а выхода в салон практически нету. Ну да. А у тебя через верх, да, есть? А, ну да. Там не, ну через верх, да. Как это уже стоял из штатных динамиков. Да. На фронт стоят самые лучшие усилители на из мистери, все что, как они, самые удачные версии. Самая удачная мистери ма серия. Ма серия. Просто не 4480 версия третья и 4600 версия тоже третья. Еще что-то там есть, да? Второй год валят. Второй год. Там, короче, еще стоит сайт 950 на 95 ампер часов. А, у тебя там 70 кой, сколько там? 75 ампер. 75, здесь 90. Здесь 95 фальш полу. Ага. Это у тебя что такое? А это печка? Для охлаждения усилителей Урал. А что так? Разработка. Разработка? Греются. Греется. Да. Это печка от этой, от восьмерки. Да, печка от восьмерки, она обдувается, там сделано. Распределение питания. Заглушен этот воздуховод. А, воздуховоды у тебя? Почему один открыт сегодня? Да, пофиг как-то, я с ними сильно не игрался. Один, короче, залепил с самого начала, а этот даже не залепил. Ну, может давай. Быть еще больше, может минусанул, может минусанул. Палочка. Ну что, тут у нас идет? Здесь у нас литий 200 ампер. Охлаждение. Охлаждение на усилителе. Суперразработка. Суперразработка. Через унитазные эти. Через унитазные шланги. Через саморезы тут, короче, полиэтилен и скотч бумажный, чтобы воздух не уходил. Че, питания хватает с достатком? Запасочка даже есть? Питания не хватает. Не хватает? На один хватало, на два нифига не хватает. На один бы с лихвой бы хватило, а на два нужно... Минимум. Еще так. Двушку, короче, надо лития. Минимум, еще двушку лития, да. А что по этим, по коробам скажешь? Че, какой объем? 126 чистыми приходишь. Каждый? Каждый, да. А что сабы вверх, почему? Потому что если их вниз положишь, потом их не достать, их просто не достать будет оттуда. У меня еще здесь сделано с углублением вот это. С подтаем? Да, да, да. Ну, а потай делался еще для того, чтобы сабвуферы в него засовываешь, и чтобы их не равнять. Чтобы ну, губу, центровка. Да, чтобы губу не закоцать об край короба. И вот так вот сделали. Ну, что по девбонсам скажешь? Заебись, сабы, только подводящее говно. Это... Подводящее? Вот в этом месте вся эта шляпа вот отлетает и приходится лопатки отламываются, да? Ну да, лопатки, там некачественная пайка, а в основном, в остальном... Все как бы супер вообще. Ну вообще не греются. Как бы в этот сезон не удалось их раскалить. Калились только усилители. А ты взял сегодня пистолет этот, термо? Да, есть. Но сейчас погода холодная, они вообще не будут греться. Тем более они сейчас мостом, каждый водяном. А, ты сейчас за усилители говоришь? Да, я за усилители, а этот даже не нагреют. Короче, суть в чем? Суть в том, что весь сезон, короче, девбонцы ни разу не нагрелись. Зато шеститысячники, как печка, молотили весь сезон. Ну как, сезон уже заканчивается. Но они в 0,5 очень сильно греются, а в 1 ом. Что, в 1 приемлемо?
приемлемо. Ну, у тебя тоже защиты были. Но без борща. Ну, это когда в шишку слушаешь вообще, как бы по просадам, уже по питанию. Ну-ну, уже валит защиту. Уже начинают, да, греться сильно. Ну, для тех, кто не знает, шеститысячники в основном все быстро сливают. Вот главная причина по ним в том, что сильно греются они. Ну да. Корпус, вот у меня 3500-ники были, они получаются немного шире, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, 3500-ники, они такой же корпус, но на 15 сантиметров короче. Чисто на 15 сантиметров? Да, чисто на 15 сантиметров. А мощи в два раза больше? Да, здесь они в два раза больше мощи, и вот охлаждение, вот 15 сантиметров алюминия тонкого китайского добавили, поэтому... Все хорошо греется. Все стабильно, хорошо греется. Да, зимой ездить можно, не замерзнешь, если постоянно наваливать. Не, ну чисто для спорта вообще хорошие усы. Ну короче, усы на выстрел. Да, на выстрел идеальные, а для повседнева сомнительно. Ни с кого не советую пускать, от одного ома только. И сильно, и как бы в шишку не валить, не нагружать, тогда нормально. Можно и делать. Ну что, официально продаешь что, да? Да, думаю, да. Ну я это потом объявление выложу, если кому там интересно, так, кто заинтересовался. Ну короче, подписывайтесь в группу, там может появится объявление на 415. Подписывайтесь на мой канал. Да не на канал. А, на твой канал. Ну говори, похуй. Реклама. Ссылочки будут здесь. Ссылочка, блядь, платно. 1300. 1300 за обзор, блядь. За рекламу канала. Так, что, давай эту карту посмотрим. А, карта, да, у тебя же. У тебя же карта собрана на этих на выигрышных динамиках. Не, реально четкая карта, прикольная. Просто уже сил не хватило эту карту до конца допилить, доделать. В смысле, а что не хватило? Да, что-то. Ее в этот, в антигравии облиды и все. Упал у меня на эту карту. А что так? Ну, подтеки небольшие есть, это хуйня. Зашлифуются, как Саня говорит. Потом может. Что у нас здесь стоит? Два концертных динамика вот эти. Это что у нас? Sound King. Да, что-то 12, F, 12, 20, что-то. Ну это, короче, концертные 30-ки. Это не автомобильная акустика. А, это автомобильная? Не автомобильная. Ну я и говорю, что не автомобильная. Концертные динамики, да, какие-то. Там самая дешевая, там у них линеечка. Вот. 4500 оба вроде. Или сколько? 5200 оба динамика, короче, играют, что там, диапазон до 500 где-то, да? Не, больше играют. Шире играют. Они у меня сейчас играют от сотки и до 8к. Что у тебя заиграл? Это? Bluetooth поймал. Так я понял, что он заиграл. Он бел как бы. Ну, немножко фона. Это что у нас, торнолетки? Торнадолетки, да, 8-омные причем. 8-омные, ну, у тебя мостом подключены, они, наверное. Ну, да. И АЦВшки тоже с этих соревнований, да? Эти или покупал? Нет, АЦВшки я выиграл. Под Рыбинском тоже соревнования были. Это на Диби Батле. А это у меня подруга крикнула громко. И упало два динамика в копилочку. Ну, по общему бюджету, без басухи, вот если фронт взять, что там получается? Не, вообще, сколько эта карта, карта вот эта вышла, сколько она? В смысле? Ну давай, ну карта что тебе вышла-то? 5200 только? И 3000 материал, как бы, все. Сделали, как бы, с ребятами сами. Сделано на фанере, выставлены просто кольца. Что фанера, что-то тонкая восьмерка, да? Не, фанера нормальная, сойдет, короче. Не, да какой, такая толщина? Вот эта толщина? Я не знаю, ну сколько, вот она толщина. Сколько тут? Восьмерка где-то? Ну где-то так. И там внутри вырезано, да? Да. Это да. Как этот кантик идет? Все выпилено там практически. Что получается, и стекломат с этим. Ну, лайкра, стекломат. Лайкра тянули, а жесткость передали стекломатом. Но тут у тебя нормально, кстати, жесткость. Смолой, а изнутри уже все стекломатом. Ну тут много очень смолы. Ну я... И крепится на болты, да? Да, изнутри динамики снимаются. Ну вот это, кстати, я этот... Ну у меня здесь притянулось, а изнутри я шумкой завалил все. Ну, потому что здесь вот такая фигня, ну, такие поддувало. Зазоры, потому что... Нет, я тебе к чему говорю-то? Я снутри заклеил этим, шумкой, вот эти все косяки. А мне не этот, не подобраться, у меня там просто два таких, не подлезть. Играют в карту, да? Да, все, короче, в карту играют, объема никакого нет. Снаружи выдалбливает дверь, наверное. Да, нет. Нет? Зашумно, все равно.
панчем, панчем, дикий панч. У вас что, имеем? Тут это так, у тебя... Вот так вот. Че? Немного патриотизма. ПВшечка, да? И прайд или что? Я тебя веду, имею. А, белый-синий этот, красный? Да, белый-синий-красный, когда вот так. О, российский флаг. Да. Можно менять, закашивать в разные страны. Если в Дагестан поехал там. Под другой флаг. Че у тебя распорочка, смотрю, сделана? Распорка стоит, распорка плюсанула. Было 155 плюс, после установки распорки 156 официальный вес. Официально на соревнованиях на Вологодских? Да, на 34. На Вологодских? На Вологодских соревнованиях. На 34, да? Да, 34 герца. И у тебя были в низком скоммутированы? Ничего у меня не скоммутировано. А, как было, так и есть? Как было, так и есть, ничего не перекоммутировал. Ну, общий бюджет, системы, что? Бля, мне пиздюки вот эти, которые стояли. Бля, сколько все обошлось? И вот каждый пиздюк, который подходит, всегда спрашивает, сколько тебе это обошлось? Какая тебе разница? Да, блядь, тебе в жизни, блядь, в своем возрасте это не купить, блядь. Я от этого не понимаю. Ну, еще можешь показать. Будина, а, да, кстати, у тебя тут сделано. Вольтметры. Вольтметры на литий, кнопка, да, на открывание, этот что-то китайский, тут приз прикуривателя. Это, короче, а, регулировка печки. Включение печки. О, чединга. Зашумело, короче, там. От ВАЗа, короче, регулировка. Ну и магнитола там, 730-й пионер. Пионерчик. Флешку вышибает. Ну, когда... Стабильно. Когда валишь за 150, где-то ближе к 153. Когда за 156 валишь. Не, 156 с нее не снять с флешки. Там ее выбивают где-то на 154, вот так вот. А, ну то есть ты стрелял с этого, чисто... с аукса или нет, с блютуса? Нет, с блютуса пришлось стрелять, а по-другому никак. В общем, можешь попадать регулятор. А, регулятор у тебя выносной сделан. Да, регулятор. Это, кстати, для тех, кто покупает ВПС, самое первое, что нужно сделать, это нужно купить шкив уменьшенный. Это можно вот, и поставить поменять регулятор. Можно поднакрутить, короче. Можем подубавить. А он у тебя на уменьшение идет или и так, и так? Не, у меня увеличивает, уменьшает. И все, да? Или уменьшает? Да, все вместе. Не, у меня и понижающий, и повышающий. Ну, ну самый дорогой у тебя версия. Ну, типа, да. Версия. Версия. Давай разберем его, посмотрим, что там. Нахер. У меня такой же, только, блядь, поменьше. Че, зря бабки, что ли, платил? Такие бешеные. 4 косаря, да, вроде? Или ты меньше? Не, я за 3,5 вроде взял. Что-то такого. Как вот он теперь у меня стоит? Ну, что самое главное, надо навалить. Давай я тебе скину эту песню с волками. Он прикольно вроде долго. Не, есть с волками. Ну, давай, поехали, что. Погнали, панча, дикий панч-то дай. Есть, лучше волков. Лучше волков? Так. Че общий бюджет, а какой системы? Я не знаю. Ты на скольких сбился? Ну, 250 где-то, да? Сбился, да, на этой цифре. Сбился на цифре 250.
с этим, с эскьюшным уклоном. Потому что эскью, блядь. Потому что подход эскьюшный. Потому что подход эскьюшный, сука. А что не сделал? Лево, право. В смысле? Ты одинаково? Ну да. Но мне неудобно было бы ездить. В смысле, нормально? Боевая карта. Блядь, для спельщика неудобно, это второе слово в жизни. Как еще перепонки не полопались? Полопались. Я на своем черно-белое кино. Вокруг меня все рушилось, как домино. Я на своем черно-белое кино. Вокруг меня все рушилось, как домино. Скомнят то, где все вверх дном об одном. Говорят, мол, это наш дом, и нам блин взять дерьмом. Умирать днем, а стрясать днем, я сад парней дом. Если бы мне оставил, мы с вами будем там. Все бросаю, чтобы забрать свою. Забрать свою.
включал? Давай. Сука. Давай, Дима, нормальный трек. Lil Joy. Lil Joy. Да не бойся ты! Я стрёмно! Давай! Сука, Дима, лажа! Ну, сына, нормально! Басы.